Подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу павильон шириной 2,5, длиной 8 метров. Пока приехали, разгрузились и начинаем монтаж. Каркас теплицы у нас готов. Все выставили, зафиксировали, обшили стены поликом. Сейчас идет монтаж переливов и начнем крыть крышу. У нас монтаж. Напоминаю, строили теплицу павильон 2,5 на 8. Пойдем смотреть. Цельные двери у нас по торцам. Все как положено, с крючками. Перегородка пополам делит теплицу, глухая перегородка. В каждом отсеке у нас по форточке коньковой. Фрамуга коньковая называется. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40x40 стойки, 20x40 арки. Арки в виде ферм. Также есть диагональные усилители. Стоит все на брусе. Брус 100x150. Обработан, закреплен к земле с помощью якорей. Сейчас заглянем в другой отсек, там как раз заканчивается монтаж термопривода на коньковую фрамугу. Этот отсек точно такой же. Пойдем в Витю. Вот такая вот отличная теплица павильон 2,5 на 8 у нас получилось. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.